субботу ночью на перекрестке улиц Гоголя и Томина под асфальт почти полностью провалился автомобиль. По словам очевидцев, дорожники, которые раскопали яму во второй половине дня, не поставили вокруг никаких предупреждающих знаков. В условиях плохой видимости из-за дождя водитель «Тойоты» не заметил препятствия и на скорости влетел в яму. К счастью, никто не пострадал.